На России выборы. Выбрасывают бюллетени в приемник. За кого, интересно? Время 20 минут 9. Участок закрыт. Мы голосуем за Владимира Владимировича Путина. Это наш президент был и будет на всю оставшуюся жизнь. Голосуем за Владимира Владимировича. Конечно, Путин. Путин? Путин. Почему? Ну, потому что с Путиным в текущем моменте более спокойно. Он пока что единственный тот, кто дает гарантию спокойствия. А це гарантії в дії. Курськ. Рязань. Там задымился. Смотри. Я такого не был. О, падай. Вот и до Рязанского завода добрались. Сейчас как и прям вот загорелось перед нами, перед машинами. Вот мы все стоим. Все, Тарики и Рязанский завод в А чё, это сердце? Красота, да? Эх, хана авто 6. Известно, Белгород. Так, у нас началась, у нас объявлено, уважаемые, алло, Сергей Петрович. Понял. Понятно, спасибо. Уважаемые друзья, объявлена ракетная опасность, поэтому, конечно же, все сейчас должны укрыться в местах, которые позволяют защитить жизнь и здоровье собственное, своих близких. Вообще, мужики, я подъел. А тут пи***. Я с этого еле ушел, блядь, от этой машины. Машина взорвалась на этом самом я. Градами опять обстреляли. Просто караул. Там много машин посекло осколками. Прозвучало несколько выстрелов. Но вроде никто не пострадал. Здание чуть посекло. Ебануться, смотри, сколько машин горит. Вон там китаец побитый. Наше здание тоже. Вот, значит, как-то так. Вот, собственно, вот. Окна теперь у меня панорамные. И вот машина прилетела, что с ней стало, вот как нехорошо. Мы боимся быть дома, вот, потому что очень страшно. Боимся, потому что, ну, вообще сами понимаете. Забоялися? Та невже. Жителі прикордонних населених пунктів масово покидають домівки. Это все с Грайвера наедут. Вот мы заехали на заправку, сейчас вот моя, наша вот стоят машина. И вот еще люди стоят. Ну вот, как видим, машин много едет, уезжают. Вот едут друг за другом машины. В принципе, здесь все видно. Вот. Да. Я вот семью свою забираю. Нет, там открыто было. Через привітання з України у Білгородській області з понеділка скасували заняття в школах. Рекомендують теж зробити і вишам. Проте вибори не скасовують. Ви ще не проголосували? Мир щій. Начались вибори президента. З цілею сорвати процес голосування, запугати людей, хоча б в приграничних з Україною областях, київській, неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России.
Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Та невже? Це ось так виглядає знищення? Ляньді ударила. Охереть просто. Я нікуди не пойду. Мам, я нікуди не пойду. А треба йти, бо ж вибори на дільницях для хоробрості стали наливати. Хильнувши оковитої, віддати свій голос за бункерного прийшли осли, козли, гуси й інші герої Мордору. Осторожимо. А ще стали підпалювати урни для голосування і обливати бюлетені зеленкою чорнилами. Попри те, що за це на Росії передбачено покарання у вигляді до 5 років за ґратами. Вот, все встало. Вот, видишь? И снимает. И сейчас телефон достает и снимает. Фотографировал, полиция звонила. Бункерний каже, усе за планом. Очевидь, чекав на хлопців з РДК на виборчих дільницях. Так і сталося. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. 4 на Белгородском и 1 на Курском направлении. С целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. А ваші російські хлопці кажуть, усе не так. Я сейчас прочитаю часть официального заявления Министерства обороны. Послушай, пожалуйста. В целом, за прошедшие 3 суток с 12 по 14 марта войсками группировки вооруженных сил РФ «Запад» совместно с пограничными органами ФСБ России все попытки украинских боевиков прорваться на территорию Белгородской и Курской области Российской Федерации пресечены. Атаки подразделений вооруженных сил Украины отражены. Общие потери вооруженных сил Украины составили более 1500 боевиков, из которых около 500 безвозвратные, уничтожены 18 танков и 23 бронированные машины. Как ты считаешь, это правда? Я считаю немного неточные данные, потому что когда я выполнял задачу, ну, я не видел, что прям столько было убитых. Ты вообще видел убитых бойцов русского добровольческого корпуса? Нет, я не видел. Даже он признает, что Министерство обороны Российской Федерации не совсем правильно доносит информацию до масс и, скорее всего, мягко говоря,